и брак, и развод является абсолютной условностью. Нету в реальности ни браков, ни разводов. Ну, то есть просто люди договариваются, что есть такая игра в брачно-супружеские отношения. Вот. Значит, государство, как в качестве третьих лиц, значит, визирует это и говорит, что раз ты в браке, значит, тебе это, если ты не в браке, то тебе вот это, там, и так далее, и так далее, и так далее, и определяет правила игры. Но ничего не меняется в реальности после того, как человек вступает в брак или выходит из брака. Ну, просто он имеет дело с немножко другими правилами игры, и то, в общем, эти правила написаны хуже, чем у меня на доске. Да? То есть это вообще ничто. Это ему не ногу оторвало. Потому что если ему оторвало ногу, в реальности происходит как бы... Что-то реально происходит, я вам скажу.